Вот на моих вунгляры, как этот. А вот здесь кто-то провалился, не кто-то, а вот это позавчера, что человек провалился. Ну что, как дела? Наловил рыбы? Вот, получается, где нырнул. Вот, видите? И вот там, наверное, вылез. Всем привет! Рассвет вот такой за этими красивыми домами, вот солнышко встает. Ну, короче, скорее всего, закрытие сезона. Улупила восьмерка мороза сегодня, как и прогнозировалось. Ну да, прогнозы стояли 11. Ну, улупила восьмерка. Что, буду упор на щуку сегодня делать. Проверю сейчас свои места, где вчера окунь брал. И все, и буду упираться в щуку. В этом году сезон плохой. Щуку снял плохо по зиме. Неделя льда всего лишь. Но будем делать закрытие. Сегодня пойду по большому кругу, километра 3 пешком по льду. Что-то, думаю, найду. Все, смотрим, подписываемся, ставим лайки. Короче, был какой-то сход. И не похоже на окуня, как кивок завис. Не, окунь, скорее всего. Да, окунь. И такой хорошенький окунь. Вон, и тоже слетел. Такой. Вот, короче, чуть глубже. Плотва. Попалась. А ну попробую еще. Прошелся балансиром. Вот раз, два. Две ломки нашел. Поклевки. Похоже на окуня. Опять. Думал, щучка ударит. Искал щучку. Нашел опять окуня. Сейчас буду пробовать. Вот на моих лунках опять появился окунек. И такой неплохой. Такой красавелла. Сейчас переходим сюда. И без мотылки окуня надо отпустить где-нибудь в другом месте. Вот тут вот, наверное. Оп. Час назад где-то тут начинал. Ничего не было. А сейчас вот вернулся балансиром. Поклевочка есть. Так что пробуем опять на старом кордоне. Если он берет такой крупный балансир, он должен быть активным. А мормышка вот не хочет брать. Что-то приостановилось. Зависание какое-то. Опа, сошел. Что такое, что у меня сегодня сходы на мормышку? Может, он только начинает расклевываться. Сейчас глянем время. 8 часов. Ну да, вчера в 9 я начал ловить его. Он тут есть, короче. Ага. О, хорошенький. Вот такой. Горбатенький. Рыцарь цыганился. Может, сегодня взять чуть-чуть, засолить такие красивые экземпляры, как этот. Такой, грамм 200 уже. Значит,
Опять сход, видели? Уже в лунку вытащил. И сход. Короче, плюнула на это дело. Окунь. Он не проклевывается нормально. Сидеть сейчас, его ждать. Не хочется время терять драгоценное. Сейчас по обеду уже вроде бы как до 5 тепла. На льду оставаться будет. Он уже потрескивает, он промоины. На льду оставаться уже будет опасно. Лед, как вы видите, реально черный. А вот здесь кто-то провалился. Не кто-то, а это позавчерашний человек провалился. Вот это здесь он провалился. Почему? Непонятно. Толщина льда нормальная. Но говорят, сильно много набурил. Он лунка. Наверное, много набурил. Ну, вылез, говорят, сразу, все удачно, все хорошо. Слава богу. Прям по центру, ужас. Он перчатки потерял. Ну что, как дела? Наловил рыбы? Окунь не. Не было. Привет тебе. Ну что ты? Димасик. Ты уже поменял пару мест? А что там под тиром? Нормальный лед? Не знаешь, да? Ой, куда провалился. Короче, провалился тут и выгребал аж до берега. Вот, получается, где нырнул. Вот, видите? И вот, вот там, наверное, вылез. Греб тут. Плыл до берега. А вот она. То место, где он провалился, вот за 2 дня его затянуло. А тут находиться опасно, лед плохой. Будет сантиметра 4. Если там сантиметров 10 для такого солнца, это я могу отсюда не уйти. Нет, все-таки окунь здесь. Это не щука. Это окунь был. Вот так. Сам сошел, сам и в лунку ушел. Все-таки окунь ударил. Щука вообще не клюет. Так хотел вам щуку показать. Ну, щуки. Для щуки это плохая погода. Щука надо пасмо на солнышко. Давление же падало. Сейчас давление ужасно высокое. Солнце светит. Ну, как бы для щуки это не очень хорошая погода. Вот есть еще один. Такие окуньки. Неплохие, грамм по 100. Но опять же, нашел балансиром. Ты иди пока, весь полежи. А то вы, когда вас выпускаешь, вы потом уводите всех отсюда. Небольшое, но есть.
Выпускай, Воха. Ну да. Ну да. А, что ты стукнул? Ты, наверное, это... ты выпускала, но по леске стукнул. Выпускать прикольно, да? Выпускать прикольно. Так самое прикольно, как и ловить. Я уже сегодня выпустил. Килограмм точно. Ну видишь, тут бугорок. Ты сетку никакую не зацепил. Да я тут за что-то цеплялся. Широ и сетку так ставит. Вот там вот и столбик сетка стоит. Да то он ставит на живца, чтобы на рака. Там и ловки, и сетка. Не хочет. Ой, ну его в жопу. Воха, выпускай. Живая? Все, конечно, живая. В такую погоду она долго будет живой. Thank you.